Здравствуйте, друзья мои. Знаете, раньше мне как-то никак не получалось снять на камеру ту рыбку, о которой сегодня пойдет речь. Они все время прятались под корягами и были достаточно неактивны, кушали только ночью или же выплывали в тот момент, когда уже надоедало сидеть с камерой перед аквариумом. И вот, наконец, после проведенных пару-тройку часов с камерой перед аквариумом, мне таки наконец удалось снять материал для этого ролика. Итак, встречайте Мегалодорас Ирвина. Очень интересная и необычная рыбка для наших с вами аквариумов. Сразу хочу предупредить, что ролик снимался не один день, и практически каждый раз мне приходилось выманивать эту рыбку кормом. Отсюда и легкая взвесь в аквариуме. Об этой рыбке очень мало информации в сети интернет. Оно и не удивительно, так как Мегалодорас достаточно редкий житель для аквариумов Украины и стран СНГ. Связано это в первую очередь с его не совсем доступной ценой. А она в свою очередь с тем, что почти все представители броняковых сомов не размножаются в неволе и вылавливаются непосредственно из ареала их естественного обитания. Мегалодорас Ирвина относится к семейству броняковых сомов. Возможно, вы уже слышали о его близких родственниках, таких как Платидорас, Оксидорас нигер или Птеродорас. Научное название этого сома – Мегалодорас уранускопус. В народе его называют «большой говорящий сом» или, как уже было приведено в названии этого видео, «Мегалодорас Ирвина». В природе этот сом обитает в реке Амазонка и некоторых ее притоках. Ведет нехищный способ жизни. Питается как растительными, так и животными кормами, а также отложениями на дне. Любимое лакомство – улитки. В аквариуме такой сом не обидит никого, даже самая мелкая рыбка будет им проигнорирована. Но не стоит забывать о том, что голод не тетка, и если подолгу морить Мегалодораса голодом, он начнет охотиться. Мегалодорас не любит сильного течения и предпочитает песчаное дно. Днем, как правило, прячется под корягами, особенно в мелком возрасте. Ночью же выплывает на поиски пропитания. В природном ареале эти сомы могут формировать небольшие стаи, особенно в брачные периоды. Проблема с разведением связана с тем, что в период нереста этот сом мигрирует вверх по течению. Дальность таких заплывов может быть от 15 км и больше. Такие моменты в искусственных условиях очень тяжело воссоздать, поэтому все особи, живущие в аквариумах, вылавливаются непосредственно из реки. Средняя длина, до которой вырастает этот гидробионт, 50 см, но встречаются особи по 60 и даже 70 см. В аквариуме такая рыбка не сильно активна. В размере до 30 см предпочитает прятаться в укрытиях, а повзрослев может часами позировать перед хозяином. Как и у всех броняковых сомов, у Мегалодораса приплюснутая широкая голова, маленький ротик и глазки. Усы короткие, так как это не хищник, и они в первую очередь нужны рыбке для того, чтобы найти корм вблизи. Тело окрашено от темно-коричневого до светло-кофейного окраса. Особенно красивыми считаются особи, имеющие неоднотонный окрас. На голове имеются острые шипы, которые сом использует для раскалывания улиток и защиты от хищников. В качестве защиты все тело его покрыто панцирными пластинами, а вдоль боков имеются по ряду острых шипов. Такого сома я бы не рекомендовал брать голыми руками, иначе можно изрядно пораниться. Из личных наблюдений хочу отметить, что Мегалодорас достаточно всеяден. С большим аппетитом поедает как фрукты, так и размороженную рыбку. Очень любит креветку и мидию. Не брезгует и сухими кормами. Поначалу в размере до 15 см этого сома в буквальном смысле не было видно в аквариуме. Бывали случаи, когда неделю-две я не видел их вовсе, и приходилось переворачивать коряги, чтобы удостовериться, что они живы. Сейчас же мои малыши подросли и достаточно часто балуют меня, плавая по аквариуму, играя друг с другом или просто в поисках пищи. У них очень развито обаяние, и даже если подержать в руках, к примеру, сухой корм и ополоснуть руку в аквариуме, сом моментально активизируется и начинает рыскать по дну, подыскивая еду. В этом аквариуме плавает еще один представитель семейства броняковых сомов – Птеродорас. Но, к сожалению, он очень скрытный и при виде камеры сразу прячется. Хотя по размерам он в полтора раза больше Мегалодораса. Как видите, здесь плавает много разных рацинки, лещевидные барбусы, несколько цихл и даже малек парахромиса. И всю эту рыбку мои сомики не трогают, живут дружно и не проявляют агрессии.
Темпы роста у бронековых сомов достаточно медленные. Если сопоставить с плоскоголовыми сомами, то раза в два, а то и в три. По всей видимости, это связано с тем, что последние более активны, ведут хищный способ жизни и, соответственно, питаются кормами, которые содержат намного больше белковой массы. Не могу рекомендовать этого жителя в аквариум для начинающего аквариумиста, так как он требует очень разнообразного питания и качественной фильтрации. При повышении нитрата в воде мегалодорос не показывается из укрытия и отказывается от пищи, впоследствии чего, скорее всего, затянется и не вырастет до своего максимального размера. Ну и последнее, что хочу отметить, такой сом, как мегалодорос, очень редкий для аквариумистов стран СНГ и Украины в частности. Его наличие в аквариуме уже по умолчанию поднимет ваш статус в глазах людей, которые имеют понятие в амазонской рыбе. Примерно такой же эффект лет 10 назад в аквариуме производила аравана. Плюс ко всему, этот сом является прекрасным санитаром. За ночь он вычистит все дно и застойные зоны под декорациями от отложений, которыми он, как ни странно, питается. Ну и наконец, он достаточно экзотически выглядит. В размере от 40 см он больше похож на огромное насекомое, чем на рыбу. Любителям экзотики такой сом обязателен в аквариуме, так как не вырастает так громадным, как оксидорос, и имеет более привлекательный внешний вид. Друзья мои, всем спасибо за просмотр. Желаю здоровья вам и вашим питомцам. С вами был Андрей Зубкевич и моя небольшая рыбная ферма. Всем пока и удачи! Wishing that a kid just to be grown.